Привет! Сегодня в студии новинка от Shimano. Это прекрасные шоссейные туфли, которые отличаются от многих, которые до сих пор делались этим выдающимся велосипедным брендом. Почему? Все мы видим вот эту заветную штучку, которая в народе называется крутилка. На самом деле она называется защепка Boa IP. И она обеспечивает очень хорошее, равномерное затягивание вот этих туфлей по ноге. Туфельки поистине невесомые, но обо всем по очереди. Модель RC7 – это очень легкие и полнофункциональные гоночные туфли. Они созданы для тех, кто любит скорость, кайф и драйв. У них очень комфортная посадка, поскольку вот этот верх из искусственной кожи, перфорированный, он обеспечивает очень хорошее плотное облегание туфлей на ноге. Впереди вставочка вот такая интересная вентилируемая. И на подошве тоже есть вентиляционное отверстие. О подошве поговорим отдельно, ей мы уделим особое внимание. Итак, форма, которая заложена конструкторами у этих туфлей, колодка, она очень хорошо адаптирована к форме ноги, к форме ступни. Она специально сделана с зауженным основанием, закругленной пяточкой и вот таким вот немножко зауженным носочком. Направляющие, которые вот расположены в подошве, они специально продуманы так, чтобы воздух, который попадает сюда, он хорошо проходил по стелечке. Вот так это все выглядит. Стелечка тоже перфорированная, и воздух по ней проходит через всю подошву и не дает ноге потеть. Вот такая защепочка, которая называется Boa IP 1, в данном случае проходит через специальные направляющие. И вот этой супер крепкой такой леской вот так вот происходит затягивание туфлей на ноге. И затем обратное кручение ослабляет эту леску. Все просто, гениально и легко. Теперь давайте поговорим о подошве. Подошва у этой модели сверхлегкая и сделана из карбона. Вот так это написано на подошве. Карбон Fiber Composite. Конечно же, под стандартные педали для шоссе SPD-SL рекомендуются сюда педальки PDR6800 и индекс жесткости у этой подошвы 10. То есть это одна из самых жестких подошв, которая будет идеально передавать ваши усилия на педали и помогать вам занимать призовые места. Хотелось бы обратить на размер стельки, который можно замерять вот так элементарно линеечкой. В данном случае размер позиционируется как 43. Я обращаю ваше внимание, что велообувь Shimano — это маломерки. В данном случае размер перед нами 43 со стелечкой 27,2 сантиметра. Теперь давайте посмотрим на ту стельку, которая находилась внутри этих туфлей. И мы видим, что вот по факту она показывает 28,8 сантиметра. То есть мерить саму стельку смысла нет. В данном случае стелька — это просто термин. Мы ставим ногу на гладкую поверхность и замеряем ее так, как указано в видео, ссылка на которое дана у нас под этим видео. Вот там правильный замер вашей стелечки. И он должен совпадать с тем, что написано на коробке, а не с тем, что вы намерили сами просто настоящую стелечку. Это далеко не всегда правильный замер. Нельзя брать стельку, надо мерить ногу. Итак, куча нюансов с обувью Shimano. Мы их знаем, мы в них разбираемся. Поэтому, если хотите приобрести действительно правильную обувь, которая правильно будет сидеть у вас на ногах, обращайтесь в Веломоду, мы проконсультируем и поможем выбрать вам необходимый размер. Мы ждем вас!